Терра Инкогнита – это группа для избранных. Терра Инкогнита – это неизвестная земля, которая нашептывает нам имена любимых героев. Терра Инкогнита – это то, что объединяет подростков со многих городов и стран, прививая любовь к книгам и чтению. Терра Инкогнита – это мы. В этот замечательный зимний день, когда время, несомненно, находится на нашей стороне, белый часодей уже завершил свой ежегодный обход, а часы на часовой башне расколотого замка уже готовятся отбить положенное время. Хочется поздравить всех странников Терра Инкогнита с наступающим Новым годом. Это праздник, который дарит нам море позитивных эмоций и множество новых книг. Таинственный опасный мир прячется по ту сторону книжных страниц. Кто-то боится его, кто-то мечтает туда попасть. Мы, истинные читатели, прекрасно знаем, что такая дверь всегда открывается в одну сторону. Познав сказку, уже не поверишь в будничный мир. Нам говорят, что много читать вредно. Еще кровь из носа пойдет, зрение испортится, осанка тоже. Но мы уже сидим в привычной нам компании. Книги и тени, которые отбрасывают свет от лампы на уютное одеяло. А все, что мы отвечаем им, обычным, недалеким людям, необремененным знанием, вот уж дудки, они не поймут нас, не поймут наши проблемы. Потому что именно читатели в ответе за все происходящее в книгах. И наверняка у каждого из вас хоть раз бывало так, что выходила новая книга, а места на полке не было. То есть совсем. И когда вы через тернии добирались в книжный, приводили туда родных, показывали на стеллажи с яркими блестящими обложками книг и рассказывали о том, что влюбились в героев книг, то в ответ слышали лишь ворчание о том, что во все времена молодежь пренебрегала рассказами стариков. Мы узнали о том, что книги и чай – это лучшее начало дня, даже если день начинается ночью. Ты не можешь выбрать, кем тебе родиться, но ты можешь выбрать, что с этим делать. Книгоманом можно родиться, а можно и стать им. И самое приятное в деньгах то, что на них можно покупать книги. Можно любить книги, можно не любить. Лучше всегда иметь их при себе. Ведь чем больше ты читаешь, тем свободнее мыслишь. Настоящая свобода – да только книги. Меня вырастили любовь и книги. Надо верить в чудеса. Жить в негативе долго невозможно. Вот четыре заповеди, которые должен помнить каждый из нас. Мы можем жить среди людей, мы остаемся книгоманами, книги будут принадлежать нам, и выживает тот, кто читает. Мы все любим фэнтези от Росмен, все любим стук дождя за окном и все любим запах книг. Мы странники, как никто, понимаем друг друга. Нас окружает много замечательных книг и так мало времени на их прочтение. Всем поздравляю вас с наступающим Новым годом. Учитель принесет вам много новых книг, побольше места на полках, больше встреч с любимыми авторами. Новых тематических фото, захватывающих мировые интересных историй. Потому что мы странники Терра Инкогнита. Мы бы хотели поздравить с наступающим Новым годом всех сотрудников издательства «Росмен», которые неустанно трудятся с года в год, дарят нам интересные и необычные новинки. Без вас, без вашего труда не были бы Терра Инкогнита, не было бы этой замечательной группы, которую мы все так любим. Группы, объединившие в себе странников из самых разных стран и городов. Группа, в котором все мы можем быть вместе. Не было бы встреч с авторами, не было бы сходов, не появились бы многие замечательные проекты и фанатские объединения. И мы тоже были бы совсем другие. Мы не нашли бы тех друзей, которых встретили на просторах неизвестной земли. Не прожили бы множество замечательных моментов. И мы не были бы такими, какими мы являемся сейчас. Спасибо вам за это. Также мы хотим поздравить с приближающимся праздником всех авторов, без которых Терра Инкогнита не могла бы существовать. Наталью Щербу, Евгения Гаглоева, Александра Андерсена, Дорофею Ларичеву, Аю Н, Варвару Еналь, Екатерину Соболь, Антона Сою, Аллу Волокжанину, Марину Дробкову, Фреда Адра, а также Эльвиру Смелик, Анну Никольскую и Марию Евсееву. И отдельно поздравляем победителей конкурса «Новая детская книга», которые в этом году присоединились к нашей дружной семье. Это Мила Юрина, Евгений Рудашевский, Елена Донцова и Олег Овольских. Мы с нетерпением ждем выхода их книг и надеемся, что вскоре они тоже будут радовать нас своими произведениями.